Заседание коллегии по итогам работы за 2023 год состоялось в Севастопольской прокуратуре. На нем представили нового руководителя городского надзорного ведомства Андрея Шевцова. На службе в органах прокуратуры он состоит с 1997 года и имеет статус почетного работника ведомства. До назначения на новую должность Андрей Шевцов работал в Самарской и Амурской областях. Прокурора Севастополя назначил своим указом от 30 января 2024 года Владимир Путин. На заседании коллегии прокуратуры присутствовал и губернатор города-героя. Михаил Развожаев пожелал новому руководителю надзорного ведомства плодотворной работы во благо Севастополя и достижения всех поставленных целей.